Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Markets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями, не забывайте ставить лайки. Прекрасная неделя, друзья, прекрасное ее завершение. Сегодня страстная католическая, страстная пятница, выходной в Англии, Канаде, в США рынки низколиквидные и, соответственно, ранее предупреждал, что в таких условиях любой, даже маломайский отчет может спровоцировать серьезное движение. Но на повестке текущего торгового дня Non-Farm Payrolls в 15:30 по московскому времени выйдет блок статистики: уровень безработицы, темпы роста заработных плат, количество созданных новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора. Выбирать, друзья, есть из чего. Статистика даже в нормальных условиях рыночных оказывает серьезнейшее влияние на динамику доллара, фондового рынка. Но сегодня, конечно же, мы будем следить за активами рынка Форекс. Фондовый рынок, рынок облигаций – это то, что тоже интересно. Но мы вернемся уже к интерпретации поведения и реакции этих инструментов на статистику уже на следующей неделе, когда рынки снова откроются. Друзья, сегодня скучать точно не придется. Поэтому, прежде чем мы начнем проводить разбор полетов, я напоминаю вам, что нужно следить за загрузкой депозитов, нужно соблюдать все правила риск-менеджмента. Это важно, потому что сегодня на финансовых рынках будет жарко. И итоги этой жары мы, конечно же, с вами детально разберем в понедельник. Давайте начнем по порядку с рынка нефти. 64,62 выше, чем мы были накануне. В целом, я рассчитывал, что сегодня у меня будет возможность говорить о более высоких ценовых значениях. Но даже текущие котировки – это прекрасный уровень. Это тенденция движения, опять же, нефтянки, которая указывает на то, что мы получили заряд для еще большего восстановительного движения. И, опять же, на следующей неделе мы продолжим с вами детально разбирать то, что происходит с котировками Brent и WTI. И думаю, что 67-68 – это станут нашими следующими целевыми ориентирами. По факту решения прошедшей встречи ОПЕК, Саудовская Аравия начнет постепенное возвращение на рынок нефти, количество нефти, которое было убрано за счет добровольного сокращения. Начнется это, конечно же, с мая, будет продолжаться по июль посредством постепенного возвращения на рынок там по 250 тысяч баррелей в сутки. Ну, не то чтобы стоит критиковать такое решение, все-таки 250 тысяч в месяц баррелей потенциально, это немного, это точно, друзья, предложение, которое не создаст избыточную нагрузку на тот формат более-менее балансового состояния между спросом и предложением, которое ранее на рынках сложилось. В целом, участники аналитического пакта приняли решение добавить к производству 350 тысяч баррелей в сутки. Потенциально, друзья, если сравнивать с решениями, которые могли бы последовать, уровень нефтедобычи мог вырасти значительнее, потому что еще буквально месяц назад мы абсолютно практически были уверены в том, что страны ОПЕК вернут на рынок как минимум 1,5 миллиона баррелей в сутки. То есть текущие реальные цифры, они существенно ниже. И если среди вас есть оптимисты, которые считают, что мировая экономика будет расти, пусть и последовательными, постепенными, пусть и вялыми темпами, вы должны понимать, что такое предложение не представляет угрозу для котировок Brent и для WTI. В целом фон хороший. Ранее мы получили данные по запасам, которые показали снижение. Это еще один фактор, благодаря которому котировки нефти продолжат восстановление. И еще хорошая новость, друзья. Индекс доллара развернулся. Не хочется, конечно же, накаркать, но хочется верить, поскольку я традиционный продавец американской валюты, что это не просто коррекция. Это начало нового тренда, точнее, корректнее будет сказать, это возвращение к прежнему нисходящему тренду. И при снижении курса американского доллара у нефтянки будет еще один повод зацепиться за
тенденцию краткосрочного восстановления и роста в район $70 за баррель. Индекс американской валюты 92.88, это текущие котировки. Собственно, десятилетки завершили, можно сказать, уже неделю, из-за того, что сегодня не торговый день на отметке 1.67%. Хорошее значение, мы скорректировались с локальных максимумов, и коррекция, друзья, десятилеток началась в тот самый момент, когда Байден анонсировал серьезнейшие, колоссальные расходы на модернизацию инфраструктуры американской экономики общим объемом на первом этапе в 2,3 триллиона долларов. Финансироваться все это будет за счет налоговых поступлений, заемных средств, поэтому, вероятно, не потребуется какая-то сверхдополнительная эмиссия облигаций, трежерис. И в этом случае это, собственно, является позитивным фактором для рынка долга. Позитивный фактор для рынка долга – это то, что будет способствовать повышению стоимости облигаций, но снижению доходности этих же инструментов. А при снижении доходности трежерис мы получаем самое лучшее подтверждение, доказательство и, вероятно, условия для того, чтобы американская валюта также следовала за этим активом. Заявки на пособие по безработице 719 тысяч, с прошлого значения 658 тысяч. То есть понимаете, что растет, и в целом рынок труда не подает таких супер-мега-оптимистичных сигналов о том, что все будет дальше замечательно. Ранее EDP немного разочаровал, потому что фактическая цифра оказалась ниже прогноза. И сегодня я, пожалуй, займу позицию тех трейдеров, которые не согласны с большинством и считают, что статистика, которая будет опубликована, скорее разочарует. То есть я сторонник слабых данных по Non-Farm Payrolls, и при ожидании слабых данных по Non-Farm Payrolls я продолжаю топить за еще большее снижение курса американского доллара. Золото, друзья, восстанавливается, 1729. Мы о золоте уже говорили довольно-таки много. При снижении курса доллара, при росте инфляционных ожиданий рисков, все складывается идеально для этого инструмента. Но самое главное, золото также зависит от ситуации на рынке долга, то есть от ситуации с доходностью американских облигаций. Потому что облигации золота — это два самых надежных защитных инструмента, которые конкурируют между собой. Ранее мы видели, как доходность облигаций росла, золото снижалось. Потому что в данном случае, в таких условиях, инвестирование в золото сопряжено с определенного рода издержками. Да даже если мы будем говорить об абсолютных значениях, золото с начала года просела практически на 15%, а доходность американских облигаций выросла с 0,9 фактически до 1,8 вдвое. Понятно, что раньше трейдеры и крупные институционалы уходили именно в этот актив, и золото пользовалось меньшим спросом. При снижении доходности американских облигаций ниже 1,5%, друзья, мы снова вернемся с вами к идее обязательного, неизбежного, значительного роста золота и снижения курса доллара. Американский фондовый рынок S&P здесь всех вас поздравляю, друзья. Те, кто прислушался много месяцев назад к моей идее ставки того, что фонда будет расти, несмотря ни на что, сейчас в очень хорошем профите. 4013 – это закрытие, опять же, торговой сессии, прошлой торговой сессии по индексу, основному индексу, основной бенчмарке фондовой секции. NASDAQ, друзья, также подрос, 13326, но здесь у меня лонг еще сохраняется, цель ближайшая, и она же основная цель, 13500. Я думаю, что и здесь тоже будет солидный профит, с которым я, вероятно, вас уже всех поздравлю на следующей неделе. Европейская валюта против доллара пока что тучи еще достаточны, чтобы поддержать сел. На следующей неделе разберемся детальнее после выхода Non-Farm Payrolls, стоит ли нам снова сфокусироваться на идее слабости доллара и росте рисковых активов. Но пока что мы знаем об угрозе самого настоящего коллапса системы здравоохранения во Франции, которая ранее заставила Эммануэля Макрона с субботы ввести общенациональный карантин сроком на 1 месяц, и тут же все поставили крест на французской экономике. Ранее то же самое сделали на экономике Германии из-за того, что локдаун до 18 апреля, который, скорее всего, продлится. Друзья, рецессия ждет и Италию, и Францию, и Германию, и рецессия ждет всю экономику евро-зоны.
Я думаю и абсолютно уверен, что мы какое-то время сможем с вами поработать еще с идеей слабой единой европейской валюты, потому что риски, связанные с новой волной коронавируса, они еще сейчас усиливаются тем, что от 10 до 12% населения еврозоны получили вакцину. То есть вполне возможно, что третья волна реально будет жесткой. Не дай бог, конечно же. Фунт против доллара вот здесь мы в длинных позициях, потому что по фунту совершенно другая картина. Трейдеры делают ставку на амбициозные шаги правительства по смягчению карантинных ограничений. Следующий шаг снятия этих карантинных ограничений начнется с 12 апреля, когда откроют магазины, места большого скопления людей. Даже фанатам разрешат собираться в небольших группах на трибунах стадионов. Это, по идее, подстегнет потребительскую активность и еще больше улучшит показатели экономического роста и восстановления. Поэтому по фунту, друзья, цель, как вы помните, 1.40. Мы до нее точно доберем. Сейчас котировки 1.2843. В принципе, остается уже 150 пунктов. Сегодня Non-Farm Perils. Ждем отчет в 15.30 по московскому времени. Ждем продолжения текущей тенденции, друзья, слабости доллара. Слабости потенциально, которая может сложиться, ну, скорее всего, уже больше на следующей неделе по европейской валюте. Работаем с длинными позициями по фунту. Фондовый рынок, к нему вернемся также на следующей неделе. Короче, друзья, все замечательно. Если есть вопросы по каким-то другим инструментам, которые я не разобрал, пишите в комментариях, обязательно к ним вернусь. Хорошего вам закрытия недели и хороших выходных. Всем пока.